Жил да был в селе мужик, сеял да пахал. Горе от роду не знал, сам заров как бык. День-деньской он в поле вновь пашет баранит. И не ведал, что он сам Емельян Баран. Утро зорька на дворе, солнышко встает. А мужик наш Емелья в поле как кабан. Лошадь кляча до саха сквозь межи гребет. На пути попался вдруг крупный булыган. Сделать нечего ему, камень обвязал. Клячу старую свою обуздал баклан. Тянет кляча, тянет он, под ручьем катит. Булыган отныне там прочно отстоит. Кричит Емельян жену, внучку да осла. Мол, идите помогать, камень прям скала. Лошадь Емельян жена, внучка да осел. Тянут, тянут булыган, камень как осел. Ну-ка! Подустали ровно все, спать да жрать хотят. Вечер ропчет на селе, стелится туман. Обессилили, едва тянут да кряхтят. Эх, какая вот напасть, ай да булыган. Дальше движется конец сказочки простой. Им бы всем настал капец, разом на покой. Подсказал старик Евсей камень подкопать. Тут одно технически рухнул камень его мать. В яму хат лежать. Подсказал старик Евсей камень подкопать. Рухнул камень его мать. В яму хат лежать. Вот такая вот произошла история в одном старом селе. Давным-давно это было. Тут надо технически вот так.